Здравствуйте. Я хочу вам представить эскиз большой картины. Картина исполнена, завершена и сейчас является собственностью Талдыкурганской галереи. Но это эскиз. Мы живем в Семеречье, прекрасная природа, воздух, реки, богатейшая растительность. Но я хотел сказать о том, что природа, матушка природы, дает жизнь, вот как здесь. Пожалуйста, живите. Пейте эту чистейшую воду, и вода орошает прекрасную землю, богатейшую. Здесь и сельское хозяйство, здесь и животноводство, здесь и это край Балхаша, семь рек. Природа – это жизнь. Семеречье – это жизнь для народа, который здесь живет, здравствует. Также Семеречье дает жизнь людям. Это мужчина и женщина. С ребенком. Мужчина держит чашку, пиалу, это живительная влага. Женщина держит ребенка, направляя к источнику. Это жизнь, это продолжение жизни. Вот таким образом я хочу прославить место, где родились мои дети, внуки, и сказать огромное спасибо этой земле.